Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят. Поэтому разрешения мы не спросим. У нас нет оружия. И в любом случае мы не умеем драться. Мы украдем, что нужно, без драки. Да нас там просто убьют. Может. Но это лучше, чем сидеть и ждать смерти. Я с тобой. Стоит попробовать. Ладно. Я в деле. Ты как, ничего? Тут нам помогут. Скоро все это останется в прошлом. Мы на месте. Вы Златко? А вы-то кто? Мне сказали, вы поможете. Не знаю, кто вам сказал. Вы тут не по адресу. Извините. Стойте. Нам очень нужна помощь. Проходите, не стесняйтесь. Лютер, будь любезен, помоги дамам раздеться. О, не пугайтесь этого большого парня. Лютер – андроид, которому я когда-то помог. Вместе нам веселее в этом мрачном старом доме. Прошу вас, располагайтесь. Как вы обо мне узнали? Мы встретили андроида, он сказал, вы поможете. Ясно. Ты девиант? А она что? Она человек. Вам надо в безопасное место, где вы начнете новую жизнь. Слыхал, Канада очень хороша в это время года. Там чудная природа. Такие просторы, чистый воздух, и нет законов об андроидах. Идеальное место для новой жизни. Да, мы об этом и мечтали. Конечно. Я вам помогу. Но сперва необходимо извлечь трекер. Трекер? Да, у всех андроидов внутри есть трекер, чтобы отслеживать их перемещение. Мы его извлечем, и вы вздохнете спокойно. Идемте. Прошу за мной. А девочка может пока подождать в гостиной? Нет, она везде со мной. Как угодно.
Ну, пойдем. Все, что нужно, у меня в подвале. Мне не нравится этот дом. И он тоже. Я боюсь, давай уйдем. Знаю. И мне он не нравится. Будем осторожны. Вы уж извините за беспорядок. Мне нужно было укромное местечко для работы. Удаление трекеров противозаконно, так что комфортом пришлось, конечно, пожертвовать. Надеюсь, девочка не испугается? Нет. Нет, все нормально. Хорошо. Сюда, пожалуйста. Ты не могла бы встать сюда? Должен предупредить, это может быть неприятно. Знаешь, что странно? По каким-то непонятным причинам трекеры у девиантов просто перестают работать. Потому их так сложно найти. Так что на самом деле удалять трекер нет необходимости. Что? Но вы сказали... Да, да. Люди легко верят в желаемое. А вы, девианты, и вовсе наивные. Приходите ко мне в твердой уверенности, что я помогу. А я вас перезагружаю и продаю. Или оставляю себе для экспериментов. Нет! Нет! Не надо перезагрузки! Пустите! Кэра! Я же забыл об этом ребенке. Запри ее. Я потом разберусь. Алиса! Алиса, нет! Надо же. Девиан хочет быть мамочкой. Это так мило. И такой бред. Пора уже избавить тебя от страданий. Вот к чему приводят мечты. Эта дорога всегда одна. В яму разочарования. Поверь мне, будет лучше стереть из твоей головы эту глупость. Не будет боли. Не будет разбитых надежд. Можно позавидовать. Кэра! О, бедная ты малышка. О, похоже, мамочка позабыла, кто ты такая. Мамочка тебя будто впервые видит. Кэра, что он с тобой сделал? Ну ладно, хватит, пошли. Ты кусаться? Ну, я тебя поучу, манера, маленькая дрянь. Кэра, очнись, Кэра! Приходи в гостиную.
Идем, Алиса. Он стер ей память. Нет, этого не может быть. Ты должна вспомнить. Ради нее. Он любит с нами играть. Создавать монстров. Просто для забавы. Но кто настоящий монстр? Посмотри, что он сделал. Ты должна вспомнить, кто ты. Или маленькая погибнет.